Привет всем! Хотите ароматную курочку с замечательной красивой корочкой? Готовьте со мной! Нарезаем кубиками картофель. Нарезаем лук четверть кольцами. Добавляем в картофель лук. Готовить мы будем в рукаве. Берите рукав побольше, потому что, чтобы у вас все вместилось. Сюда же добавляем грибы. У меня грибы не свежие. Если у вас свежие, то режьте их достаточно крупно, чтобы от них остались кусочки в конце приготовления. Также я добавлю чеснок. Я его продавлю через пресс, вы его можете порезать, как вам удобно. Добавляем специи, соевый соус. Если вы хотите, вы можете также добавить соль. Но я думаю, что не нужно. Мед. У меня мед финиковый, можете заменить его любым другим. Рас эль ханут. Он у меня немножечко с кислинкой, мне очень нравится эта специя. Кориандр. Очень хорошо сочетается с курицей, с мясом. И черный перец. Сейчас я перемешаю эти ингредиенты первый раз, чтобы они хорошо смешались. И лук дал сок. Добавляем курицу. Снова еще раз хорошо перемешаю. Готовить мы наше блюдо будем час при 200 градусах. Нужно сделать небольшую дырочку, чтобы из нее выходил пар. У меня, как видите, дырочка сама собой образовалась. Поэтому я здесь закрою, а это оставлю. Если у вас дырочек нет, вам нужно сделать небольшой надрез ножом либо ножницами. Вот продукты, которые я сегодня использовала. Картофель, лук, курица, грибы, чеснок, зелень, у меня петрушка, соевый соус, мед, черный молотый перец, кориандр и приправа рас эль ханут. В ней намешаны всякие разные приправы, зависит от того места, где вы покупаете. Спасибо, что сегодня готовили вместе со мной. Желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь к нам на канал. Увидимся в следующем видео.